Девочки, всем привет! Раз девочки, да, то мы понимаем, что говорить мы сейчас будем с вами о сайтах знакомств. Так, делаю себе кофе. В мою любимую чашечку. И сейчас я вам зачту одно из сообщений. Так как я получила в Инстаграм сообщение с просьбой, если есть возможность, то записать видео на этот комментарий, да, на ситуацию, которая возникла у девушки. Итак, сейчас я поудобнее сяду, установлю и прочту вам сам вопрос, и затем подумаем, да, что же посоветовать. Итак, вроде бы все установила. Я сейчас прочту вам вопрос. Но сперва я бы хотела сделать замечание, так как порой получаю, да, такие сообщения. То есть, почему вы решили, что вы можете советовать, раз у вас жизнь, то есть, как бы удалась, вы встретили своего правильного человека, почему вы решили, что вы имеете право давать советы? Я не решила, ко мне девочки обращаются, и вот тогда я и, собственно, записываю для вас такие видео. Я всегда считаю, что никто не вправе вам указывать, как вам поступать. Я тоже. Я делюсь исключительно своим мнением, который основан на моем жизненном опыте. Если вам это откликается, вы с этим согласны, и вам мой комментарий, мое видео вам помогло, здорово. Если нет, то, ну, простите, да, но вновь напоминаю еще раз, это ваша жизнь, этот человек будет в вашей жизни, и решение принимать только вам. Но об этом немножечко позже тоже я дополню и в этом ключе, но сперва давайте я, наверное, прочту комментарий. Так, Марина, спасибо вам за то, что поднимаете интересные и важные темы в своих видео. Сегодня посмотрела ваш ролик «Как выбрать правильного мужчину» на сайте и решила рассказать вам о своей ситуации и спросить вашего мнения. Познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. После общения в сайте перешли в WhatsApp, общались там некоторое время, но вот однажды я ему сказала, что днем буду занята работой, а вечером мы можем пообщаться. Он ответил, что не сможет вечером со мной пообщаться, потому что идет гулять с друзьями. Я спросила, где и как они гуляют с друзьями, просто хотела понять, какой образ жизни он ведет и с какими компаниями общается. В ответ он прислал мне видео, где он танцует в танц-клубе сальса. На видео несколько пар танцуют сальсу, и он в паре с женщиной танцевал. Уж слишком как-то интимные движения были у них обоих, больше, чем у других пар. Он явно строил ей глазки, флиртовал и прижимался к ней. Она смущалась и явно тоже флиртовала с ним. По этому видео явно видно, что он ловелас и игрун. На следующий день он начал писать мне сообщение, как ни в чем не бывало. Ну, я и написала ему, что думаю, что он не подходит для серьезных отношений, тем более для семейной жизни. Конечно, я объяснила, почему так думаю. А он стал возражать, возмущаться, что я его вообще не знаю и рано делаю выводы. И что у него был договор с друзьями, и он не мог их подвести. Я так понимаю, что ту женщину он и называет другом. Но я считаю, что не бывает дружбы между мужчиной и женщиной. Марина, хотелось бы услышать ваше мнение насчет этой ситуации. Он продолжает мне сейчас писать и высказывать свое возмущение и непонимание моей позиции. Как вы считаете, есть ли смысл продолжать общение с таким мужчиной и попытаться узнать его лучше, или это бесполезно? Он говорит, что все друзья и все люди, которые его знают, могут сказать, что он надежный и никогда не подведет их. Но я не уверена, что к женщине, к жене будет такое же отношение. Я не уверена, что друзья и подруги не будут у него на первом месте, а семья неизвестно на каком месте. Мариночка, простите за длинное сообщение, буду вам благодарна за ответ. Возможно, вы запишете видео с ответом на мой вопрос, буду вам за это очень благодарна. Может быть, кому-то из девочек тоже будет актуальна эта тема. Фух, прочла. Теперь нужно выпить кофе и поделиться. Да? Если у вас есть какие-то свои соображения, тоже один взгляд мало. Правильно, если девушка не может определиться, пожалуйста, пишите свои комментарии. Возможно, у вас были какие-то истории. Возможно, также этой героине или следующим девочкам будет интересно почитать и ваши истории, и чем это все закончилось. Кстати, у меня новый кофе с корицей и ванилью.
Так, делюсь своим опытом, да, как и просили, но еще раз напоминаю, что я не коуч, я не психолог, я не разбираюсь там, как думают мужчины, как считают женщины. Это исключительно мой опыт, надеюсь, что вам будет полезно, раз уж вы спросили. Но я считаю, я убеждена в том, что дружбы, вот именно дружбы между мужчиной и женщиной не существует. Могут быть какие-то приятельские, да, там, взаимоотношения, могут быть коллегами по работе, но о дружбе как дружбе, да, речи быть не может. Все-таки мужчины это мужчины, женщины это женщины. У нас у каждого свои взгляды, свои ценности, на мой взгляд, на мой взгляд. И когда существует, скажем так, дружба, да, между мужчиной и женщиной, то я считаю, в этой паре один из друзей больше всего заинтересован в другом. Возможно, возможно, имеет такое место понятие, как ну, дружеский секс, да, вот если вы говорите, что прям такие вот были и движения, и взгляды, я не говорю, что он присутствует в данной паре, я по большому счету даже ведь не видела этого видео, но я говорю о том, что сейчас в современном мире это очень распространено. На что бы я обратила внимание в данной, да, ситуации, то есть, скорее всего, для мужчины вы еще не представляете какую-то действительно ценность. Он еще не имеет на вас каких-то таких серьезных взглядов и, возможно, еще не видит вас в роли будущей жены. Да? То есть вы для него просто такой же вот друг онлайн, с которым он познакомился, да, на сайте знакомств. Очень часто девочки, наши девочки, допускают именно такую ошибку, когда начинают загонять мужчину, с которым у нее еще в принципе нет никаких отношений, это обычное онлайн-знакомство, и они начинают уже загонять его в какие-то рамки. На данный момент это то, что вижу именно я. Я могу ошибаться, да, но я знаю, что нашим девочкам это свойственно, и вот на данный момент я вижу это именно так. Давайте немножечко переиграем, да, ситуацию, скажем, вы собирались тоже где-то с подругами, только познакомились с мужчиной онлайн, еще у вас не было, да, там ни первой встречи, ни каких-то таких серьезных, действительно долгих жизненных разговоров о совместном будущем. И вот вы, например, да, ему тоже говорите, что я сегодня не могу встретиться, я иду там с девочками в клуб, да, потом вы ему присылаете фотографию, где вы тоже там танцуете где-то с мужчиной, коротенькая юбка, глубокое декольте. Соответственно, он начинает выставлять вам какие-то претензии. Для вас это уже ограничение какой-то вашей свободы. Разумеется, может быть, я где-то утрирую, но тем не менее. Затем вы делитесь этой историей со своими подругами. Первое, что они вам начнут советовать, что это какой-то маньяк, он ограничивает твою свободу, ты ничего такого не сделала, ты там бедная труженица, работаешь там с утра до ночи, и вот ты наконец решила там позволить себе отдохнуть, скажем, там в честь дня рождения одной из ваших подружек, да, вы решили пойти вместе. И вот он такой вот негодяй уже начинает тебе выставлять претензии, требования, предъявляет к твоему внешнему виду. Это явно не твой человек, и ты должна его вычеркнуть из своей жизни. Как вы считаете, такую ли реакцию получит женщина, да, если она будет, скажем так, в аналогичной ситуации или нет? Девочки, поэтому здесь еще раз, да, я напоминаю, вот с девочками, с которыми мы общаемся всегда в платном формате, я им всегда говорю об этом и вам сейчас скажу. На этапе знакомств никто, никому ничего не обязан. А вот что вы обязаны, да, это вы обязаны сами себе честно и откровенно ответить на следующие вопросы, увидев образ жизни этого мужчины. Насколько такое времяпровождение будет приятно вам. То есть вы ведь понимаете, да, что вы познакомились с мужчиной, возможно, в будущем, да, у вас, например, все получится, тоже вы приедете к этому мужчине в его страну, и вот он, для него такое времяпровождение является нормальным. Вы сможете присоединиться к нему? Или для вас отношения это исключительно, когда вы друг с другом и никакие друзья мужа или ваши друзья не имеют права вас, скажем так, беспокоить в этот период. Я скажу, например, на нашем примере. В нашей семье выходные – это исключительно время с семьей. У нас нет таких друзей, у нас нет таких коллег, да, например, с которыми либо мой муж пойдет проводить субботу или воскресенье отдельно от семьи, либо я, то есть оставляю детей, например, с мужем и иду где-то с подружками. Поэтому для нас в нашей семье выходные
время вместе с семьей, это однозначно. То есть у моего мужа, мне, наверное, в этом плане вообще проще, у него нет никаких друзей. У меня есть, да, знакомые, но я всегда выбираю для общения с ними исключительно те дни, когда муж на работе, дети в школе. Если у меня были тоже такие девочки, когда мы начинали общение, и, конечно, они начинали вот настаивать на том, что слушай, оставь сегодня детей с мужем, а мы давай там выходные куда-то сходим. Для меня такие девочки автоматически попадают в черный список. А почему? Потому что для меня такой образ жизни не является нормальным. Не потому что меня муж ограничивает, а потому что это тоже мое решение, и я считаю, что время с семьей очень важно. И поэтому для меня ходить, например, на уроки сальсы без моего мужа совершенно нелогично и неправильно. И вы должны для себя понимать, что если для мужчины такое времяпровождение является нормой, вы, приехав к нему в страну, начнете его в этом ограничивать, то есть никаких хороших взаимоотношений у вас не получится. Просто не получится, потому что вы по-разному смотрите даже на то, как проводить досуг. Поэтому на данный комментарий, да, я могу дать только один совет. На данный момент у вас нет никаких отношений, поэтому выставлять какие-то претензии мужчине не стоит. Я не думаю, что свободного рода отношения вы воспримете. Да, скорее всего, возможно, вы правы, возможно, это действительно его друг. И насколько для вас лично будет нормально, да, что у него есть друзья женского пола. То есть поэтому каждый из нас смотрит на разные проблемы совершенно по-разному. То, что для меня нормально, я с этим согласна, для вас будет совершенно ненормально, нелогично и непонятно. Поэтому никогда не ориентируйтесь на чужое мнение. Даже я скажу честно, да, вы все знаете мою историю с Чедом, что я приехала к нему, потом я уехала, мы с ним не общались практически целый год, и затем мы возобновили отношения вновь. Так вот, раньше я бы всегда сказала, что мужчина второго шанса не заслуживает. Если у вас что-то не получилось в ваш первый раз, то есть я тоже, да, обговаривала все эти вопросы в моих видео, в моих прошлых, да, видео, когда я только начинала свой канал вести. И даже сейчас, учитывая свой положительный опыт, я все равно могу сказать, что немножко уже, наверное, теперь с корректировкой, что не всегда мужчина заслуживает второго шанса. И если вы решили уж дать мужчине второй шанс, нужно обсудить абсолютно все моменты, которые не устраивали вас, почему вы расстались в ваших вот первых отношениях, да, скажем так. И действительно не закрывать глаза, а проговаривать вот прям каждый пункт и смотреть на реакцию человека. И все равно это рискованно. Но нам с Чедом повезло. Нам с Чедом повезло, поэтому, да, то есть вновь напоминаю, что никто не вправе говорить вам, как вам действовать. Если вы ожидаете, что кто-то вам скажет, да, вас направит и скажет, вот делай так, так, то есть общайся с этим мужчиной, да, ничего плохого, либо не общайся, боже упаси, вообще никак нельзя. Это неправильная тактика. Только вы должны делать выбор в этой жизни, только вы общаетесь с этим человеком, у вас есть свой жизненный опыт, который нужно уважать. Кто-то может сказать, что да, у них есть знакомые, это абсолютно нормально, и дружба между мужчиной и женщиной существует. Я могу сказать, что я в дружбу между мужчиной и женщиной не верю, но здесь важнее, как к этому относитесь вы и почему. Ладно, девочки, все, всем большое спасибо, кто присоединился ко мне в этом видео. Кто со мной согласен, кто не согласен, у кого есть какой-то опыт, положительный либо негативный, я вам буду очень признательна, если вы найдете время и оставите здесь свой комментарий. А если у вас есть какие-то вопросы, тоже оставляйте, для меня это будет новая идея для очередного видео, возможно, вам также будет это полезно. А пока я хочу с вами попрощаться и увидимся с вами в моих следующих видео. Пока!